Я прежде всего хочу поблагодарить за приглашение выступить с лекцией, потому что я всегда очень люблю это дело, особенно когда у меня в душе есть некоторая уверенность, что те знания, которые я вам сегодня сообщу, могут быть очень полезны для вашего здоровья. Но я должен сразу вас огорчить, наверное, очень многих, кто пришел на это название, что как раз о снах, в том смысле, что сновидениях, ради чего, наверное, большая часть сегодня пришедших слушателей здесь собралась, я как раз говорить ничего не буду. Потому что состояние сна и сновидения – это вещи, в общем, совершенно разные. И если первое действительно чрезвычайно интересно, то второе, с моей точки зрения, ничего интересного не представляет. Но откуда они берутся, я вам расскажу и надеюсь, что покажу, в чем тут фокус и почему это на самом деле ничего интересного собой не представляет. Ну, теперь будем переходить потихонечку ко сну. В чем я вижу свою сложность? Я представляю, что, наверное, в этой аудитории собираются люди самых разных специальностей и не знающие, наверное, ни физиологии, ни медицины. И поэтому могут возникнуть, я так думаю, ситуации, когда я вдруг произнесу какое-нибудь слово, и будет непонятно, что это такое. Вот я прошу, значит, или уважаемого ведущего, или я-то вообще готов предложить это делать любому, спрашивать, что это значит, и меня прерывать в любом месте для того, чтобы максимально понятно было то, о чем я буду говорить. Ну, окей, на понимание, да, есть единственная проблема. Если вопрос будет не в микрофон, то те, кто будут потом читать или же потом смотреть видео, к сожалению, не смогут понять, на какой вопрос вы отвечаете. Это затруднит немножко ситуацию. Ну да, тут, ну да, у вас, конечно, есть некая незнакомая мне специфика. Ну, я буду стараться максимально избегать того, чтобы я говорил что-нибудь, что будет непонятно. И поэтому давайте, ну, подведем некоторое основание, некоторую базу. Что такое состояние сна? Оно, с одной стороны, замечательно тем, что все знают, что это такое. И более или менее каждый здоровый человек один раз, а то и два раза в сутки в этом состоянии находится. Таким образом, вот прошло уже сколько лет от сотворения мира, и каждый день каждый человек попадает в это состояние. Значит, это состояние прежде всего чем определяется? Что почему-то у нас ухудшается получение сигналов из внешнего мира. Ну, вы знаете, что глубоко спящий человек, он не слышит звуков, и даже, ну, если он сильно хочет спать, то он даже очень сильные звуки его не будет. Люди не воспринимают зрительные сигналы, поступающие в глаз, но они, во-первых, закрывают глаза, чтобы отсечь вход зрительных сигналов из окружающего мира в мозг. Но кроме этого созданы дополнительные механизмы у нас в мозге, которые во время сна блокируют проведение оставшихся импульсов, идущих от глаза в мозг человека. Также повышаются очень сильно пороги восприятия сигналов, например, тактильных, и нужно очень иной раз сильно потрясти человека для того, чтобы он проснулся. Это всем хорошо известно. И вот такая картина приводила к представлению, что мозг спящего существа или спящего организма находится в такой ситуации, которую научно и очень наукообразно называли состояние сенсорной депривации. То есть ситуация, когда никакие сигналы из внешнего мира не поступают в мозг, и мозг является как бы изолированным. И вот до первой половины 20 века это все очень легко и естественно объяснялось. Зачем это состояние? Все всегда вообще задумывались, а что это за такое удивительное состояние? А если добавить еще, что со состоянием сна довольно часто сопрягаются видения в виде сновидений, ну, думали, что это такое. Но было естественное и простое объяснение. Ну, сон – это прежде всего отдых для мозга.
сказать, мы знаем, что поработаем сильно физически, вроде мышцам надо отдохнуть, ну, мозг поработал сильно в течение дня, и мозгу надо отдохнуть, и, ну, и было все хорошо и понятно, и вообще никто особенно и не задумывался глубоко над этой проблемой. Понятная вещь, периодически мозгу надо отдохнуть, надо поспать. И вот только когда где-то в 30-е годы уже 20 века была разработана техника электрофизиологическая и стало возможно регистрировать электрические сигналы, генерируемые отдельными нейронами мозга, и регистрировать суммарную электрическую активность от поверхности мозга или от поверхности головы, то появилось совершенно удивительное наблюдение, которое опровергло все вообще ожидания и представления. Оказалось, что мозг во время сна не только что не отдыхает, а наоборот, все его нейроны работают, как правило, даже гораздо более интенсивно, чем во время бодрствования. И вот тут возникла эта самая первая удивительная загадка сна. И эта загадка сна тянется до настоящего времени. И если вы приедете на любой самый современный конгресс, посвященный изучению сна, то тут же будет или девиз у него «Mystery of Sleep», или что-нибудь похожее на это, потому что общепризнанно является в мире физиологии сна, что назначение сна остается одной из величайших тайн и загадок природы. Оно, конечно, может быть и так. Действительно было удивительно. Но на самом деле я так думаю, что физиологи и ученые, занимающиеся сном, говоря такую вещь, несколько лукавят. Потому что очень хорошо было известно и очень давно, на самом деле, зачем нас сон нужен. Мы к этому со временем перейдем, но я сейчас... простите, пожалуйста, давайте мы это отставим куда-нибудь туда. Нет, на компьютер, по-моему, ничего не попало. Я покажу, наверное... вот сюда, да? Так, это не про... вот. Я покажу, чтобы было немножечко что-то повеселее, картинку, как выглядит эта самая всем известная, знаменитая энцефалограмма, то есть сигнал, регистрируемый от поверхности мозга, и как он меняется при переходе от бодрствования ко сну. Значит, как его получают? На поверхность головы, например, у человека. Поскольку я физиолог, и я работаю с животными, то я погружаю электроды прямо на поверхность мозга через маленькие дырочки, которые сверлятся в черепе. О технике эксперимента я немножко позже тоже расскажу. Электроды ставятся прямо на поверхность коры мозга, и оттуда регистрируется замечательная электрическая активность. И вот тем же самым Бергером, который в свое время открыл это явление, что можно регистрировать электрическую активность от поверхности мозга, энцефалограмму или электроэнцефалограмму, он же обнаружил такую интересную вещь, что вот это вот так она выглядит в состоянии бодрствования. А по мере того, как начинает развиваться сон, появляются волны. Здесь эта запись очень сжатая, здесь 5 минут помещается на этой записи. Тут, чтобы показать, что вот это было состояние у нас бодрствования, а вот это состояние развивающегося сна. Если мы возьмем вот этот кусочек и начнем его растягивать до 2 минут, до 1 минуты или до 10 секунд, то вы видите вот эти вот знаменитые медленные волны сна, которые дали название вот этой фазе сна – фазе медленно-волнового сна или медленного сна, как я буду его в будущем называть. Вот эти волны замечательно регистрируются у мышей, крыс, кошек, обезьян, людей, более или менее одинаковые. Вот в какого зверя вы не поместите электроды, будет довольно общая картина. Бодрствование – это вот такая картина, очень низкоамплитудная, и во время сна появление синхронных медленных колебаний. Ну, вот это, так сказать, чтобы показать вам различия сна и бодрствования, и каким образом в экспериментах мы имеем возможность узнать, когда наше животное спит или когда наше животное находится в состоянии бодрствования. Надо сказать, что вот это такое яркое различие состояния бодрствования и состояния сна
по электроэнцефалограмме было еще одним дополнительным аргументом в пользу того, что в состоянии сна и в состоянии бодрствования мозг находится в каких-то совершенно принципиально разных ситуациях. И что задачи, которые делает мозг в бодрости и во сне, они как-то совершенно принципиально отличаются, потому что даже вот электрическая картина становится такой удивительно различной. Вот насколько это правда, тоже можно было усомниться. Потому что как вот эта картинка, которую я показывал вам здесь, как она получается? Человеку накладывают электроды, он спит в кроватке, в комнате, свет выключен, тихо, мягкая кровать, он спит. Потом он пробуждается. Его энцефалограмма из такой картины переходит вот в такую, но он продолжает лежать на кроватке, вокруг нет никакого зрительного впечатления, ничего не двигается, серое, тусклое освещение, приглушенный звук, потому что камера обычно бывает звуконепроницаемая, тихая, чтобы никто ему не мешал спать. И вот в такой ситуации без движения и без какого-либо входа внешних сигналов из внешнего мира находится испытуемый. Энцефалограмма его становится вот такой скучной. И вот тут мы усомнились, во-первых, а есть ли, справедливо ли это сравнение? И что разница здесь может быть, состоит не в том, что у нас действительно здесь есть бодрствование, а здесь есть сон, а в том, что тут-то у нас есть некоторые процессы, для нас пока неизвестные, но происходящие активно во сне, а здесь есть состояние исключительно пассивного бодрствования. И что может быть, если животное или человека поместить в естественную среду, наполнить его зрительный и слуховой мир сигналами, поступающими через разные органы чувств, и заставить его двигаться, чтобы у него и мышцы тоже работали, и еще, чтобы все эти сигналы начали поступать к нему ритмично, с такой же ритмикой, с какой идут вот эти медленные волны в состоянии сна, то, может быть, и энцефалограмма в бодрости у нас станет такая же точно, как во сне. И что, собственно, различие картины в бодрствовании сна, возможно, связано не с тем, что мы находимся в двух принципиально разных ситуациях, а просто сигналы, поступающие в кору мозга в состоянии бодрствования и в состоянии сна, разные. А если мы в состоянии бодрости сымитируем такой же поток сигналов, как и во сне, то мы получим такую же картину. Это действительно оказалось так. И вот тут я вам покажу интересную картину. Это энцефалограмма кролика. Здесь кролик спит, тут он проснулся, тут он опять заснул. А вот здесь кролик находится в состоянии чрезвычайно активного бодрствования. И на фоне этого активного бодрствования мы ему показываем, ведем зрительную стимуляцию легенькими вспышечками на глаз в такт с обычной сонной активностью. И вы видите, что никто здесь не сможет различить, чем эта картина отличается от этой. Действительно, энцефалограмма, если мы создадим определенный поток сигналов, идущий в мозг, примет ту форму, какую имеют входящие сигналы. Таким образом, можно было усомниться, что состояние коры мозга во сне и в бодрости у нас чем-то принципиально отличается. А можно было предположить, что оно ничем принципиально не отличается, кроме как потоком входных сигналов. Что в бодрствовании, если мы не создаем специальную ситуацию, как здесь, сигналы все несинхронные. И поэтому мы не видим эти волны. А если мы почему-либо создадим вдруг некую синхронную ритмичную стимуляцию, то мы получим такую же картину. Ну, это хорошо, это была некая идея, но теперь нам надо было подумать, а что же это мог быть за источник таких синхронных сигналов, которые поступают в кору мозга у всех зверей, во всяком случае у всех млекопитающих и птиц во время сна, и так одинаково. Что у них такого общего в состоянии сна по сравнению с состоянием бодрствования? И вот тут я на минуточку оставлю область электрофизиологии и перейду к описанию экспериментов, которые
легком и простом варианте показали и довольно давно, а, собственно, зачем же существует сон. Как можно было поставить эти эксперименты? Для этого не нужно было иметь никакой энцефалограммы, никаких энцефалографов-усилителей. Можно было сделать очень простой опыт. Надо было лишить животное сна на протяжении какого-то срока и посмотреть, что с ним станет. И что может быть проще этого? И мы сразу узнаем, зачем нам нужен сон, после того, как мы лишим животное сна и увидим, что получается. Первый такой эксперимент был поставлен Марией Моносейной в России еще в конце XIX века. Она не давала спать щенкам и описала, что через несколько дней такой процедуры, которая называется процедура депривации сна, все щенки погибали. Погибали по самым разным причинам. Тогда ей трудно было оценить, собственно, тогда еще уровень ее, так сказать, физиологических подходов был не очень высок, поскольку это был какой-то 1880 какой-то год, но тем не менее феноменологически это было так. Но в то время эта работа не вызвала абсолютно никакого резонанса. И, так сказать, она была сделана, и мы, так сказать, сравнительно недавно откопали эту работу, и то чисто случайно это сделал Владимир Матвеевич Ковальзон, который у нас такой наш, так сказать, патриарх исследования сна. Вот ему повезло, он где-то нашел эту работу Моносейна, и мы теперь знаем, что действительно такие эксперименты были сделаны. Надо сказать, что на этом дело не кончилось. В 30-е годы, уже 1930-е годы, в Ленинграде, в Институте физиологии, в лаборатории Быкова, академика Быкова, были поставлены эти эксперименты такие же, совершенно независимо. Они тоже не знали про Моносейну, естественно. Но это уже был совершенно другой уровень, так сказать, физиологии, физиологических знаний. Они не давали спать уже взрослым собакам. Было использовано 6 собак и 20 опытных экспериментаторов с медицинским образованием, значит, сменяя друг друга, значит, постоянно наблюдали за этими собаками, не давая им спать, используя так называемые методы мягкой депривации сна, то есть с собаками играли, гуляли, там, в общем, то есть не давали им никак заснуть, но не применяя при этом никаких неприятных или болевых стимуляций. И вот они не довели до гибели этих животных. Они уже регистрировали многие параметры, так сказать, так называемые висцеральные параметры. Это пульс, кровяное давление, температуру тела. Они кожно-гальваническую реакцию они регистрировали. В общем, у них уже был довольно большой арсенал измеряемых параметров. И как опытные врачи, когда они понимали, что еще один час и собака погибнет, они эксперимент прекращали и давали собаке заснуть. Собаки выдерживали это 5 суток. На 5-е сутки вот наступал этот критический момент, когда стало очевидно, что собака должна была погибнуть. Собаке давали заснуть. На следующее она спала обычно часов 10, 11, 12 непрерывно. Потом вскакивала и была абсолютно здоровенькая, бодрая и веселая собака. Ну и опять никто не обратил внимания на эти работы, благополучно про них забыли. И опять совершенно случайно мы с женой, готовя очередной обзор по проблемам депривации сна, в старых журналах того года нашли эту публикацию из работы Быкова. Первая работа, которая была сделана и обратила на себя внимание, была сделана в Америке в лаборатории Алана Рехтшафена. На крысах. У него была придумана исключительно остроумная конструкция, действительно, которая снимала очень много возражений, потому что, как правило, к экспериментам с лишением сна бывают придирки, что тут проблема не в том, что это вы лишаете животное сна, а то, что вы создаете ситуацию стресса. Вот, и что это все последствия стресса, а не депривации сна. Вот Рехтшафен сумел обойти это возражение. Я не буду сейчас вам рассказывать, это довольно частный уже момент. Но на крысах
в исключительно аккуратных условиях эксперимента он провел ту же самую работу. Но поскольку крысы — это не собаки, это животное недорогое, он доводил этот эксперимент до конца, когда крыса действительно погибала. Очень интересное описание его было, что он, значит, как это делалось, он регистрировал электроэнцефалограмму от крысы и мог следить, так сказать, и компьютер следил за этой энцефалограммой, когда в ней появлялись признаки засыпания, значит, крысу начали вращать на диске, и она тогда, если она не пробуждалась и не начинала бежать, ее скидывало с диска в воду. Она тогда из воды вылезала опять на диск, поскольку крысы очень не любят купаться, и, значит, но не могла заснуть. И вот это был абсолютно автоматический эксперимент. Значит, все под компьютерным контролем, и, значит, крысы не давали спать. И вот в конце концов наступал очень интересный момент. Крыса была жива. Вдруг у нее становилась абсолютно плоская энцефалограмма, все волны проходили. И это был уже момент невозврата. Вот если тут остановить эксперимент и дать крысе заснуть, уже она не отходила. Она все равно абсолютно безвозвратно погибала. Но Рихтшафен имел большую лабораторию. Это было уже все-таки 90-е годы, а не 30-е. И они, естественно, этих погибших крыс потом начинали, значит, вскрывать и выяснять, в чем дело, что произошло. Значит, а что произошло? Значит, по описанию, через сутки примерно лишения сна животное начинает есть со стервенением огромное количество пищи и с огромной скоростью теряет в весе. На коже появляются язвы, вылезает мех. И потом, значит, эта вот зверушка внешне становится совершенно таким вот жалким, лишенным шкуры, с язвами на коже. Когда делали вскрытие, оказывалось, что весь желудочно-кишечный тракт покрыт сплошной, это как сплошная язва. То есть там язва желудка, язва кишечника. Значит, более тщательные исследования последних лет показали, что все это, скорее всего, было результатом отключения иммунной системы, которая тоже, значит, добавок ко всему, при этом выходила из строя. Но что было самое удивительное для экспериментаторов и для всех тех, кто читал эти работы, что был у крысы единственный орган, который совершенно не страдал от депривации сна. Это был мозг. Вот если все до этого думали, что сон – это прежде всего состояние, нужное для поддержания работы мозга, то эти эксперименты явно показали, что это определенно не так, что мозг ухитряется сохранить свою работоспособность и целостность независимо, так сказать, ни от каких состояний, что животное сначала погибает, мозг при этом еще сохраняется целым. Ну и вот теперь давайте попробуем свести воедино те две истории, которые я вам сейчас рассказал. Первое. Возникла гипотеза, что, во-первых, кора мозга и во сне, и в бодрствовании, возможно, занимается одними и теми же операциями. То есть кора мозга, возможно, это не специализированный компьютер, как мы сейчас, так сказать, хотели бы сказать, а это есть некоторый универсальный компьютер, который делает некие операции с входной информацией, независимо от того, что туда идет. Она, может быть, и не знает, что за сорт информации туда подается. Она делает с ними какую-то операцию, и кому надо, тому, кто ей послал задачу, тому выдает ответ. А уже кто послал задачу, это другая вещь. Вот тут, собственно, и будет самая интересная загадка, наверное. И характер энцефалограммы, которую мы пишем, вот эти волны, которые мы регистрируем, это только отражает характер входной афферентации, вот этих входных сигналов, идущих в кору. Если они ритмичные, если они синхронизированные, то мы видим волны. Если они не ритмичные и не синхронизированные, мы не видим волны, и получается скорее энцефалограмма такого вот спокойного бодрствования. И тогда у нас возникает вопрос. Вот мы знаем результаты экспериментов по депривации сна. Животные погибали не из-за того, что у них плохой мозг был,
а явно от каких-то существенных висцеральных расстройств. То есть висцеральное слово – это значит, так сказать, связанное с нашими потрохами. Висцера – это все то, что у нас в животе лежит. Желудок, кишечник. Вот все такое. Значит, вот слово висцеральное, которое я буду употреблять в будущем, имейте в виду, это вот то, что определяет наша жизнеспособность как тело, так сказать, не мыслительную нашу функцию, а именно сохранение нашего тела как некого живого организма. И вот тут возникло у нас самое, на мой взгляд, простая, примитивная и естественная идея. Что, собственно, что происходит? Мозг наш, как некий универсальный компьютер, во время бодрствования обеспечивает нашу жизнь во внешней среде. Он получает сигналы из внешнего мира через глаза, уши, тело, тактильную рецепцию и так далее, для того, чтобы обеспечить наше активное поведение в окружающей среде. Но у нас есть другой мир, у нас есть внутренний мир, мир наших внутренних органов, который тоже безумно сложный. Но в отличие от внешнего мира, мир наших внутренних органов не представлен в наших ощущениях. Это вопрос, ну, уже не ко мне, а скорее к конструктору нашего тела. Но так было сделано, что наши внутренние органы не представлены в наших ощущениях. Мы не чувствуем наших кишок, наших почек. Любого человека вы спросите, что у него внутри, он ничего не скажет, пока не прочтет книжку по анатомии. Вот, потому что, ну, вот так вот есть. Но этот мир есть, он безумно сложен. И когда физиологи его изучают, то становится понятно, насколько наш внутренний мир, в том смысле, что животный мир, висцеральный мир, насколько он сложен. А чтобы не быть совсем уж голословным, я приведу такой простой пример. Все мы хорошо знаем, насколько важно для нас зрение. Так вот, сигналы зрительные мы получаем через так называемые рецепторы, расположенные в поверхности сетчатки. Это палочки и колбочки, которые, наверное, все знают из школьных курсов еще анатомии. А в глазах человека, значит, их порядка 1,5 миллионов. Вот 1,5 миллиона волокон от этих палочек и колбочек. По этим 1,5 миллионам волокон параллельно идет мощный поток информации из внешнего мира в мозг для анализа. И в результате этого мы видим, что мы видим. Мы можем оценивать расстояние, узнавать объекты, узнавать лица и организовывать совершенно наше обычное, нормальное, хорошее зрительное поведение. Так вот, оказалось, что только по желудочно-кишечному тракту в стеночках его расположено столько же рецепторов, сколько в обоих сетчатках наших глаз. Но это рецепторы передают сигналы о температуре, химическом составе около пристеночной зоны, о механических изменениях там и, видимо, о многом-многом-многом другом, про что мы даже догадываться не можем, потому что это не дано нам в ощущениях. Зрение мы можем посмотреть, тактильно мы можем пощупать, а что идет оттуда, мы не знаем, потому что в нашем мире нашего сознания не представлен наш внутренний мир. Но поток этой информации, идущий оттуда, огромен, он совершенно соизмерим с потоком зрительным. И мы предложили очень простую гипотезу, что сон, собственно, это то время, когда наш мозг переключается на анализ сигналов, приходящих от внутренних органов. Если там было столько этих сенсоров, то не зря же они там были расположены. Если они там есть, значит, они работают. Любая биологическая система устроена так. Кто не работает, того съесть. И если какая-то клеточка почему-то не работает, ее тут же съедают специальные другие клеточки, которые на это сделаны, чтобы никаких бездельников в этом сообществе биологического тела не оставалось. Они все не съедены, значит, они действительно реально работают. Если они работают, значит, эту информацию должен кто-то анализировать. А оказалось к этому времени удивительная картина. Оказалось, что во всей коре мозга нашей огромной нету представительства внутренних органов. Они там не представлены. Тоже совершенно нелепая картина была. Ну как можно себе такое представить? Вот. И тогда
Мы смотрим, ну, замечательно, все сходится одно с другим. А кора мозга у нас в бодрствовании занимается сигналами из внешнего мира, во время сна занимается сигналами из нашего внутреннего мира, от наших внутренних органов. Вот, собственно, вроде как получается гипотеза, которая позволяет все это легко объяснить и связать одно с другим. Ну, надо сказать, что гипотеза, конечно, она гипотезой, но она была удивительно фантастическая, потому что, конечно, никто из физиологов представить себе такое не мог и поверить в такое совершенно не мог. Это не укладывалось ни в какие, так сказать, рамки классической физиологии того времени, когда мы с этой гипотезой выступили. Все считали, что кора мозга – это есть специализированные зоны – зрительная, слуховая, соматосенсорная. То есть она сделана как процессоры специализированные. И тогда он говорит, да что вы мне рассказываете, как зрительная кора, она сделана для того, чтобы анализировать там ориентацию линий, глубину, цвет, а вы со своими кишками какими-то, и кому вообще там нужны эти кишки. Но прелесть этой гипотезы была в том, что она допускала довольно простую экспериментальную проверку. Вот. И как раз этой экспериментальной проверкой мы и занялись, потому что сами понимали тоже, что выглядит-то все довольно, хоть красиво, но неправдоподобно. Ну и проверку оказалось сделать, вообще-то говоря, довольно просто. Ну вот, я не объяснил, что это за красивая кошечка здесь сидит. Это наша основная экспериментальная парадигма. Животные у нас всегда абсолютно нормальные, живые, здоровые, целые. Ну, я подчеркиваю еще, что я абсолютно не допускаю такой процедуры с домашними животными, как кастрация, поскольку я считаю, что если хозяин готов пойти на такое, он должен сначала сделать это с собой, а потом уже со своей кошечкой. Вот. Поэтому я всегда, все кошечки, которые у меня работают, это обязательно абсолютно не кастрированные, нормальные, хорошие кошечки. И вторая моя задача, чтобы, конечно, ей никогда не было больно, чтобы все было для нее комфортно. Кошки у меня живут по много лет, и когда они кончают эту серию экспериментов, то с них все снимается, зашивается, и они уезжают ко мне на дачу. И там они доживают свою жизнь уже на даче до конца. Вот. Но это бывает нечасто, потому что кошки работают очень подолгу, и они любят лабораторию, они не сидят в клетках, как вивария. У нее есть клетка, но это ее дом родной. А когда я прихожу, открываю клетку, она идет, спит обычно у меня на столе перед компьютером, и так вот, если нет экспериментов, она спит на моем рабочем столе. Ну вот, а значит, что тут сделано? У кошки есть платформа, поставленная на ее череп, поскольку в черепе нет у нас болевой чувствительности. Череп – это кость, в которой нет никаких сенсоров чувствительных. Поэтому на череп можно поставить некую платформочку, которая позволяет зажать эту голову в станок. И при этом кошка ничего не чувствует. Кроме того, что ей не надо поддерживать голову шеей. Она быстро понимает прелесть этого положения и соображает, что это лучшее место для сна, потому что не надо стараться, значит, сел, тебя застегнули голову, и все, значит, можно расслабиться и спать. И вот эти кошки очень прекрасно в таких условиях очень быстро начинают спать. Но метод-то был у нас первоначально разработан для экспериментов по зрению, которым мы в то время занимались. И мы регистрировали активность зрительной коры. Зрительная кора, она была прекрасна тем, что она была наиболее изученной зоной коры мозга, и всем всегда было прекрасно известно, что это все нейроны в зрительной коре, в состоянии бодрствования, естественно, реагируют на зрительную стимуляцию, и только на зрительную. И это самая-самая что ни на есть специализированная зона мозга, которая вот такая 100% зрительная. И мы решили, что нашу идею надо проверять прежде всего на этой самой, вот этой первичной зрительной коре. Если окажется, что тут нейроны во время сна начинают реагировать не на зрение, а на кишки, то это будет довольно убедительная картинка. Вот мы во время бодрствования, в период бодрствования,
регистрировали активность нейронов. Это уже не энцефалограмма. Это тоненький микроэлектродик такой, тоненький. Кончик у него 1-2 микрона. Вот он погружается внутрь коры мозга, подходит прямо близко к одиночной нервной клетке в мозге и регистрирует его активность. Значит, нервные клетки, как они устроены, значит, что это за штука? Ну, я не буду детали, конечно, рассказывать, но они общаются друг с другом с помощью электрических импульсов. Практически как наш компьютер. У них есть волокно, у них есть вход, у них есть выход. На вход к ним поступают сигналы от других нейронов соседних. Выход у него всегда один. И вот это волокно выходное идет туда, куда надо. Оно может идти в самые разные направления, до какого-то другого нейрона, в другую часть мозга, в другую часть тела. Это волокна могут быть очень длинные. Везде и всюду по ним идут просто электрические импульсы. Вы ставите рядом электрод, и вы можете регистрировать эти электрические импульсы. Таким образом, вы можете решить, в какой ситуации этот нейрон активируется, то есть на что он отвечает и в чем его, так сказать, смысл жизни. Когда он, если нейрон начинает реагировать на вашу стимуляцию какую-то внешнюю, то значит, вы поняли, что вот нейрон в данный момент анализирует как-то внутри себя сигналы, приходящие, вот, которые вы им даете. И вот верхняя картинка здесь, это вот такая запись. А вот там, где красненькая стрелочка, в это время я перед мордой кошки вожу рукой. Просто вот так вот. И вы видите, вот нейроны зрительной коры очень бурно реагируют на это дело. Они тут они молчали, а тут они все вспыхнули. Их тут довольно много разных, но все они вспыхнули и дружно ответили, что они действительно видят мою руку. Ну, это самое примитивное дело. Конечно, в настоящих экспериментах мы вводим не руку, а там задачки посложнее им даются. Но самое простое увидеть, что он зрительный, это вот такое. И вот когда мы поставили электрод, получили такой ответ. Мы оставили электрод в этом же самом месте и дали кошке заснуть. И вот когда кошка заснула, мы током простимулировали кишечник. Это предварительно кошке были имплантированы электроды в стенку кишечника. И когда кошка спала, на кишечник был дан импульс тока. Такой слабенький, что он ее не разбудил. А потом оказалось даже, что хуже того, когда ты начинаешь ей стимулировать кишечник, она начинает спать еще глубже, что, вообще говоря, исходя из этой теории, нужно было ожидать. Так вот, мы в этот момент простимулировали ей кишечник. И вы видите, что ответ нейронов в зрительной коре оказался еще мощнее, чем даже на зрительную стимуляцию. Ну, это такая картинка не очень научная, вот эта картинка уже более наукообразная. В сущности то же самое, один, только тут уже одиночный нейрон зрительной коры. Здесь было и нет зрительной стимуляции. Здесь мы только смотрим ответы этого нейрона на стимуляцию током кишечника. Вот эта красная линия – это момент стимуляции. Каждая точечка на вот этой строчке – это появление одиночного импульса. Вот эта фоновая активность идет нейрона. Тут мы провели электрическую стимуляцию. Через некоторый так называемый латентный период, видите, точек стало больше, то есть нейрончик здесь среагировал на эту стимуляцию. Здесь было 9 таких стимуляций проведено. Когда мы все это сложили, получили вот такую гистограмму. Видно, что на эту стимуляцию во время сна этот нейрон дал такой хороший ответ. А вот теперь тот же самый нейрон, мы теперь кошку разбудили. И в состоянии бодрствования дали ту же самую стимуляцию на кишечник. И вы видите, что достаточно буквально пара секунд вы будете кошку, и все ответы этого нейрона на стимуляцию кишечника тут же исчезают, и тот же самый нейрон переключается на зрительный ответ. Теперь, но зрительный ответ я уж тут не показываю, это и так понятно. Вот, ну, это то же самое, но сделано не на зрительной коре, а на самосенсорной, но результат был такой же. Обезьянки.
кошка все-таки от человека далеко, можно было легко сказать, ну ладно, у кошки, а уж у человека уж точно не так. Но обезьянка все-таки более похожа на человека, и с ней можно было сделать примерно то же самое. Только здесь уже не одиночные нейроны, а другой вариант эксперимента. Это можно поставить на электрод и регистрировать медленный компонент ответа, чтобы каждый нейрон в тот момент, когда он генерирует импульс тока, он еще генерирует некоторое медленное отклонение потенциала. Вот если эти медленные отклонения потенциала суммировать с некой зоны мозга, то можно увидеть суммарную сразу активность большого количества нейронов в этой части мозга. Это так называемые вызванные потенциалы мозга. И вот это два эксперимента, две обезьянки. Во время сна стимуляция кишечника, и вот мы видим вот эту вот большую волну такую, это отражает как раз активацию нейронов в этой зоне мозга. Теперь мы будем обезьянку, опять такой же стимул даем, и вы видите, никакой волны тут уже нет, получается полное ее отсутствие. Ну вот две обезьянки, два разных варианта, картина более-менее одинаковая. Ну на обезьянке получилось тоже точно то же самое. Мы начали рассказывать эти результаты. Они вызвали, конечно, злобное возмущение окружающих физиологов, потому что это не лезло ни в какие ворота. И, естественно, люди старались придумать ну, хоть какое-то объяснение, даже почему это не имеет смысла и почему это все полная ерунда. Ну и первое было то, ну вот вы стимулируете кишечник током. Это же не специфическое явление. Вы что-то такое делаете совершенно искусственное. И то, что вы видите ответы, они тоже, так называемые, не специфические, абсолютно искусственные. Возражение очень странное, особенно тем, кто знаком был с историей физиологии, поскольку большая часть информации о нервной системе получена именно методом электростимуляции. Но это ладно, это уже на совесть этих товарищей можно оставить было. Но я сам всегда тоже не был большим любителем электростимуляции, мне казалось интереснее все-таки все смотреть в натуральных условиях. И стремление наше было, конечно же, начать регистрировать настоящую натуральную активность внутренних органов зверюшки, например, кишечника или желудка, и эту естественную активность сопоставлять с активностью нейронов в разных отделах коры мозга для подтверждения этой работы. Тут нам пришел на помощь Виталий Аркадьевич Багаев, к сожалению, ныне покойный, он тогда руководил лабораторией кортико-висцеральных отношений в Институте физиологии имени Павлова и большой специалист, как раз хирург, который замечательно оперировал животных. А для меня всегда была проблема, но я голову-то я умею оперировать, а вот пластные операции я как до этого никогда не делал. И для меня забраться в желудок или в кишечник казалось как чем-то довольно сложным. Вот он приехал в Москву и у наших кошечек прооперировал и поставил им электроды вот в стенки кишечника и желудка. И мы получили возможность регистрировать уже натуральную миоэлектрическую активность этих органов. Это не было никакой стимуляции. Но желудок и кишечник имеют вот эту ритмическую активность. Вы знаете вот эту знаменитую перистальтику. Собственно, я про это не сказал. Почему мы имеем волны энцефалограммы? Значит, скорее всего, это просто отражение вот этой вот перистальтической активности кишечника и желудка, связанной еще, так сказать, с интерферированной с дыханием, сердцем и другими ритмическими органами. Поскольку у нас большая часть висцеральных органов имеет ритмическую активность, ритмика во время сна у них стягивается к одной частоте, и мы видим это самое проявление этого в энцефалограмме, медленных волнах энцефалограммы. Ну вот. Это один из этих экспериментов. Значит, вот эти большие всплески – это так называемая голодная активность желудка. Это если, вот когда у вас в животе бурчит, это вот это. Это если, значит, уже у кошки через 2 часа после кормежки из желудка вся пища переходит в кишечник, желудок начинает периодически где-то с ритмом в 1 минуту, 1,5 минуты, у нее происходят такие мощные сокращения.
Вот, и когда эти мощные сокращения происходят, регистрируется такая вот миоэлектрическая активность. А вот это, ну, не совсем привычная запись, это та же самая электроэнцефалограмма коры мозга, но представленная здесь в виде, проанализированная как спектр. Я не буду вдаваться в эти тонкости этих экспериментов, это не так важно. Важно то, что, глянув на эту картинку, вы сразу увидите, что появление вот этих вот полосочек в желудке совпадает с появлением вот этих вертикальных синих линий, которые здесь есть. А эти синие линии совпадают с моментами, когда в энцефалограмме, спящей энцефалограмме, вдруг на короткий момент прекращаются вот эти медленные волны. Они там идут, потом бывает короткий период, их нет, ну, 1-2 секунды вот так, потом они опять начинаются. Поведенческий сон при этом не прерывается. Пороги восприятия остаются такие же высокие, как и в бодрствовании, во сне настоящем глубоком. Но вот эти явления известны всем, кто когда-либо писал энцефалограмму сна. И вот стало понятно, что, оказывается, эти периоды короткой так называемой десинхронизации энцефалограммы во время сна, они просто связаны с периодами сокращений желудка во время сна. Если совпадает момент этих волн с появлением вот этой активности в желудке. А в желудке она не всегда бывает, она может быть, может не быть. А другой вариант, совсем быстро мы проскочим, это просто показать вам, между прочим, что надо очень серьезно относиться к своим внутренностям, и что это не такая простая штука. Вот я вам показывал, как выглядит в начале электроэнцефалограмма мозга. Сложные волны, такая картиночка. Да? А вот это электрическая активность, зарегистрированная из стенки 12-перстной кишки. Мне кажется, она ничуть не проще, чем картинка, которую мы регистрируем от поверхности мозга. Тут тоже видно, что она очень имеет широкий спектр. Тут самые разные. Вот это, кстати, спектрограмма этой активности показана здесь. Но, значит, почему я это показываю? Следующий наш эксперимент был такой. Мы старались посмотреть, а есть ли в коре мозга нейроны, которые во время сна начнут реагировать в ритме перистальтики кишечника. В кишечнике довольно частая перистальтика, и можно набрать большой материал и маленькие сигналы таким образом вытаскивать из шума. Но прелесть еще активности 12-перстной кишки та, что у нее не совсем одинаковая ритмика. У нее есть очень такие вот простые, гладенькие волны. А бывает, у них появляются мощные электрические импульсы. Вот когда у них появляются мощные импульсы, там происходит особо сильное, внешне то, что мы видим, это особо сильное сокращение стенки кишечника. Ну вот мы регистрировали эту активность, и параллельно мы регистрировали активность нейронов в разных отделах зрительной коры, и в затылке, и в лобной зрительной зоне, и в теменной зрительной зоне. Зрительных зон очень много. И вот оказалось, что примерно треть из всех нейронов, которые мы зарегистрировали во время медленного сна, устанавливают хорошую корреляцию с вот этой ритмикой 12-перстной кишки. Но оказалось даже больше того, они не просто устанавливают эту корреляцию, но среди них есть избирательные нейроны. Одни из них устанавливают связь вот с этими колебаниями, со спайк-потенциалами, так называемыми, а другие только вот с теми волнами, которые их не имеют. Вот, то есть это уже видно, что нейроны там не просто так, а уже даже умеют проводить на самом деле какой-то непонятный для нас, но хитроумный анализ. Ну, еще один вариант такого же эксперимента – это так выглядит кусок дневного сна кошки. Вот это периоды, вот эти вот такие вот всплески, это медленно-волновой сон, вот это периоды пробуждения или другой фазы сна, быстрой, в данном случае мы не можем это отличить. А вот здесь в начале другой день мы кошке через фистулу в желудок ввели лекарство лоперамид, такое называется. Это известное кишечное средство во многих лекарствах. Оно есть, оно сильно меняет всасывание разных там каналов. Я не буду сейчас вдаваться опять же в эти детали, но видно, что введение лоперамида, во что оно превратило электроэнцефалограмму кошки во время сна. Вот это нормальный сон,
А вот это сон после введения лапирамида. У нее уже получилось полностью рассыпалась вся картина, электрическая картина мозга, и она стала непонятной. Это был уже не быстрый сон, не медленный сон, а совершенно что-то неизвестно что. Не только желудочно-кишечный тракт представлен в коре, естественно, во время сна. Это дыхание, ритм дыхания, это локальная энцефалограмма тоже первичной зрительной коры, а это нейроны в первичной зрительной коре у кошки во время сна. Вы видите, как замечательно эти нейроны следуют за ритмом дыхания. Это бывает нечасто, таких нейронов мы видели немного, но не один. Ну и тут недавно тоже мой коллега, один из американского одного университета, мне написал, знаете, что я в самосенсорной коре тоже обезьяны, которая у меня была под наркозом, вдруг обнаружил, что нейрон начал разряжаться в ритме дыхания. Ну, это, видимо, штука довольно обычная. Ну, здесь мы быстро проскочим это дело. Не только дыхание, но оказывается, что и сердце. Мы регистрировали кардиограмму, оказывается, что получается тоже вызванный ответ во время сна, в бодрости ничего нет, во время сна появляется в энцефалограмме мозга вызванный ответ, связанный с сердцем, и когда мы проанализировали, то оказалось, что эти вызванные ответы появляются как раз в периоды именно высокоамплитудной вот этой медленной активности, в периоды медленного сна. Ну, про быстрый сон. Я думаю, что мы быстрый сон сейчас с вами быстренько пройдем, потому что и так, я так понимаю, мы уже ужасно заговорились много на эту тему. Я покажу маленькую, значит, сейчас картинку, чтобы как-то навести некоторый здесь порядок. Ну, вернее, наверное, нельзя уж совсем так выкинуть быстрый сон. Потому что, наверное, многие из вас в каких-то журнальных статьях слышали такую байку, что именно быстрый сон – это то состояние мозга, когда мы видим сновидение. Ну вот, во-первых, хочу вам сказать, что это все полная туфта. Сейчас было сделано большое количество экспериментов, которые показали, что сновидения могут быть и в фазу медленного сна, и в фазу быстрого сна. Ну а когда я вам сейчас немножечко дальше предложу механизм появления сновидений, то будет понятно, скорее всего, что это, так сказать, действительно фаза сна тут совершенно ни при чем. Что тогда вот этот быстрый сон? И ответ: пока мы серьезно и много не занимались быстрым сном, но первая идея, которая приходит в голову, отличается он от медленного сна только тем, что там нет этих вот волн больших. А у нас, если мы посмотрим на наши внутренние органы, то у нас есть внутренние органы, которые имеют явно ритмическую активность, вроде там желудочно-кишечного тракта, дыхания, сердца. Есть органы, которые не имеют ритмической активности. Это печень, почки, репродуктивная система, сосудистая система, лимфатическая система. Там нет такой ритмики. Так вот, скорее всего, просто-напросто мозг проводит во время одного цикла сна некоторое поочередное сканирование всех частей нашего тела. Вот когда он сканирует те части тела, которые имеют ритмическую активность, мы видим волны энцефалограммы. Когда мы приходим к органам, которые не имеют ритмической активности, она становится такая вот неритмическая, и мы ее называем быстрым сном в это время. Вот, ну, теперь вот эта схемка. Значит, ну, мы уже подходим, я так понимаю, к концу. Сколько у нас времени прилично осталось? Или уже неприлично? Ну, уже пора кончать. Можно, ну, про быстрый сон можно. Ну, про быстрый мы все окончили. А вот теперь, значит, я просто хочу показать вот эту вот простую схемочку, как она выглядывает, как нам сейчас представляется организация вот этих самых информационных потоков в мозге при переходе от бодрствования ко сну. Значит, левая половина – это что происходит в состоянии бодрствования. Значит,
во время бодрствования сигналы из окружающей среды через так называемые экстрарецепторы, это палочки, колбочки, слуховые рецепторы, то есть все сенсоры, получающие сигналы из внешнего мира, через эти экстрарецепторы попадают в кору мозга. По дороге проходят через некоторое устройство, которое можно назвать вентильное устройство, блокирующее устройство, как угодно. Смысл его стоит в том, что это что входы от рецепторов никогда не идут прямо в кору. Это медицинский факт, они действительно никогда прямо не идут. Они проходят через специальную структуру промежуточную, которую называют таламус. И там происходит переключение сигналов с одного нейрона на другой нейрон. И вот там, где происходит это переключение, можно сигнал передать, а можно сигнал не передать. И вот для этого существует вот такое вот устройство, которое может по некоторому внешнему сигналу открыть проведение или закрыть проведение. Вот это, так сказать, вот этот таламический уровень. Во время бодрствования эти сигналы пропускаются в кору мозга для анализа. Тут они анализируются и выдаются результат. Куда? Выдается в два блока. Один блок, который связан с нашим сознанием, ощущением и нашим восприятием и ощущением себя во внешнем мире. И второй блок, связанный с обеспечением поведения и двигательной активности. Тут я говорю, что возможно возникновение недоумения, что все со школы знают, что с сознанием, с памятью, со всеми сложными высшими когнитивными функциями связана кора. Ну вот я тут хочу сказать, что именно работы со сном полностью опровергают это общепризнанное мнение. Мы прекрасно знаем, что во время сна сознание выключено. Нейроны в коре мозга во время сна так же активны, как в бодрости. И если бы сознание было связано с активностью нейронов коры, то, видимо, оно должно было быть активно как-то и во время сна. Потому что никакой разницы в активности нейронов в коре мозга во сне и бодрости нет, как я вам пытался показать до этого. Значит, надо предположить и заключить, что, конечно, те отделы мозга, если эти отделы расположены в мозге, но пока мы можем так думать, а это во всяком случае не кора. С этой логикой были поставлены, кстати говоря, специальные эксперименты. И одна американская команда, которая занималась... есть такое направление сейчас имиджинг, то есть это смотрение с помощью магнитно-резонансной томографии или позитронной томографии, какие отделы мозга в каких ситуациях работают. И у них была та же самая логика. Будем искать отделы сознания. Мы знаем, что сознание во время сна не работает. Вот посмотрим, где же те зоны мозга, которые не работают во время сна, а работают только в бодрости. Ну вот они сделали эти эксперименты. Сразу же увидели, что кора не подходит, кора работает одинаково хорошо, а нашлись там специальные структуры, называются базальные ганглии. Там все происходит как надо. Они активны в бодрости, молчат во сне. Параллельно и независимо от них мы ставили такие же электрофизиологические эксперименты и тоже показали, что действительно структуры базальных ганглиев, которые получают все входы от коры во время бодрствования, и более того, получают эти входы от всех областей коры, все сходится в эти базальные ганглии, это действительно является некий ассоциативный центр нашего мозга. Во время сна их связь с корой прерывается, они оказываются изолированными, нейроны там молчат. То есть, в общем, очень хорошо сходится все к тому, что есть сознание у нас в мозге где-то и локализовано, то это, конечно же, не кора, а вот эти структуры базальных ганглиев. Почему не соединить сознание и поведение? Есть экспериментальные данные под это, но, может быть, немножко позже, если у вас хватит терпения, я вам могу и про это рассказать. Но главное, сейчас мы перейдем к другому. Есть еще наш внутренний мир. Это внутренние органы, которые через интеррецепторы передают сигналы в нервную систему, которая называется автономная нервная система. Действительно признанный такой медицинский термин, потому что все считали, что да,
Она автономная, она не имеет связи с головой, с корой мозга, поэтому чего там ее? Она и занимается внутренними органами. Вот есть такая, она маленькая, нейронов там не так много. И совершенно понятно, что такой гигантский поток информации, который идет от внутренних органов, это бедная автономная нервная система перелопатить не в состоянии. Но она в состоянии поддерживать работоспособность внутренних органов в течение небольшого времени. Другой минус этой автономной нервной системы состоит в том, что она не знает, она знает только то, что делается в том органе, за который ее кусочек ответственен. Вот есть у нее ганглий, который сидит в желудке. Он знает все про это место желудка, но совершенно не знает то, что происходит в почках, в печени или в других частях. А вот такого места, которое бы собрало сведения о всех наших внутренних органах и начало их координировать, в автономной нервной системе нету. И она бедная, поэтому такие сложные задачки решать не может. Ну вот в бодрствовании внутренние органы работают под контролем вот этого цикла. А во время сна у нас происходит другая картина. У нас активно перекрываются входы из внешнего мира, и теперь сигналы из внешнего мира в кору мозга не поступают. Мы положили здесь блок. А начинают поступать сигналы, наоборот, на те же самые нейроны, по тем же самым волокнам, через таламус, начинают поступать сигналы теперь, идущие от внутренних органов. Они идут, обрабатываются вот в этом блоке, который мы назовем корой мозга. Но теперь результат этой обработки, естественно, не надо нам посылать на сознание и на поведение, потому что, как мы говорили, у нас внутренние органы в сознании не представлены, поэтому, так сказать, туда их бессмысленно слать. А не надо их посылать на поведение. И известно, что есть специальный механизм, который блокирует выходы из двигательной коры на мотонейроны спинного мозга во время сна, чтобы сигналы из коры во время сна на движение не шли. А наоборот, откроем выход в некоторый отдел мозга, который назовем ассоциативная висцеральная регуляция. И теперь вот эти обработанные сигналы в коре мозга будут в этом блоке уже собираться со всего тела, разрабатываться оптимальная стратегия для восстановления работоспособности того, чего поломалось за прошедший день, и этот уже сигналы пойдут обратно во внутренние органы, будет функционировать вот эта половина картинки. А когда все будет в порядке, и все параметры всех внутренних органов будут приведены в норму, сигнал пойдет, что можно просыпаться, и система опять перекинется в состояние бодрствования, и все будет замечательно. И вот так эта система, естественно, будет работать в настоящем, здоровом, хорошем, молодом организме. В миг переходить, очень быстро переходить от сна к бодрствию, от бодрствия ко сну, и все проводящие пути будут посылать свои сигналы туда, куда нужно. Но это бывает нечасто и не всегда, и чем больше наш возраст, тем больше вероятность того, что что-то тут начнет быть не совсем в порядке. Потому что мы должны помнить, что каждое вот это вот блокирующее устройство, которое здесь стоит на этом пути, это химическое устройство. Там синтезируются определенные химические вещества, через которые, через посредничество которых может или открываться, или закрываться проведение по тем или иным каналам. А это уже делает их очень, так сказать, уязвимыми и зависимыми. У нас чего-то хронически не хватает в еде, у нас нет какого-то вещества для того, чтобы синтезировать нужный медиатор, который работает в этой системе. Его стало меньше, и этот блок стал работать хуже. И тогда потенциально что у нас может быть? У нас может оказаться, что сигналы, идущие по этому пути, начнут посылаться в этот цикл и использоваться в управлении нашими внутренними органами. И может быть, что сигналы, идущие от внутренних органов, по ошибке будут заходить в нашу зону сознания и нашего поведения. Вот такая прелесть может быть. И я не знаю, тут я поставил такую картиночку. Да. И вот первое, что мы тут можем в такой системе легко объяснить, это механизм возникновения сновидений. Достаточно представить себе, что по той или иной причине блок вот этого выхода на
вентиль на пути в сознание оказался не до конца закрыт. Связано с тем, например, что мы были возбуждены, мы совсем вовсе не очень хотим спать, а все время перемалываем в голове какую-то там ерунду, которая днем случилась, и поддерживаем в активности состояние сознания. И теперь тогда очень замечательным образом сигналы, идущие от висцеральной системы, уже которые открыли и которые должны были бы идти на самом деле сюда, и идут, наверное, сюда, но ведь... Как я вам говорил, по нервному волокну идет электрический импульс. Он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. И никто не знает, что там записано. Знает это только тот, кто его послал, и тот, к кому он пришел. Вот. А дальше это обычный импульс. И когда этот импульс отсюда приходит в сознание, то он воспринимается как сигнал, пришедший из внешнего мира. И теперь вот эти самые случайные запросы сигналов из висцеральной сферы, попадающие в отдел сознания, будут вызывать у нас некие видения случайные, самые странные. А там уже дальше работает свой механизм ассоциаций. И весь этот блок сознания внутри наполнен своими ассоциативными связями, у которых есть свои разрешающие пути, неразрешающие. И там начинается уже вот эти висцеральные сигналы, он запустил какую-то ерунду, а там он начинает себе играть и крутиться, пока не затухнет, в конце концов. Тут можно много, да, дел и фантазировать, но, скорее всего, видно, что сновидение – это момент переходного состояния, когда этот блок или недозакрылся, или уже в момент пробуждения уже немножко приоткрылся. Вот. И тогда мы видим вот эти странные такие явления, описываемые сновидениями. Ну, надо сказать, что не только, значит, сновидения тут объясняются легко, а вот интересно рассказать про такую вещь, которая тоже всем нравится, наверное, это явление сомнамбулизма, связанное со сном. Действительно удивительная штука. Встречается часто, очень часто у мальчиков в юности, но иногда сохраняется и до взрослого состояния, хотя за взрослым состоянием довольно редкое уже. Люди ночью вдруг просыпаются, встают и идут в самых разных направлениях. И тут бывают самые разные газы. Могут пройти из одной комнаты в другую, там опять лечь на коврик и заснуть. Могут выйти из квартиры и уйти на другой конец города. Когда они идут, у них глаза открыты, естественно, они видят, они не натыкаются на предметы, у них хорошо координированное движение, ничего не заподозришь, все прекрасно. Единственное, что только они абсолютно не имеют никакого представления о том, они не воспринимают окружающий мир. Вот это как раз чем хорош сомнамбулизм, что он говорит, что сознание от движения у нас отделено, это отдельная коробочка. Вот выход на сознание у нас оказался закрыт, а поведение двигательное открылось. Вот мы проснулись уже, эта система работает, а сознание перекрыто. И вот пошел он себе. То есть красный сигнал светофора они не поймут? Они не, нет, они поймут. Они поймут красный сигнал светофора, потому что это, видимо, это будет уметь анализировать уже и эта система. А вот осознание этого дела и в памяти у них это не останется. Если мы его разбудим, он абсолютно не помнит, куда он ходил, что он при этом ощущал, где. Вот, если их потом, они в конце где-то засыпают, но если их разбудить, они совершенно не помнят, как они сюда попали и что с ним было. Ой, не могу вам сказать, не знаю. Вы знаете, тут надо, наверное, ответ на этот вопрос искать в биохимии вот этого переключателя. Наверное, в каком-то возрасте, может быть, недостаточно созрела та медиаторная система, которая обеспечивает блок на этом пути у мальчиков. Вот. Но тут я ничего пока не могу сказать. Я говорю, что эта схема хороша тем, что она дает теорию и дает направление поиска. Некое целенаправленное. А дальше уже, конечно, искать на этом пути можно много и самого разного. Но существует и другая вещь, прямо симметричная сомнамбулизму. Это паралич сна. Тоже очень часто встречающаяся вещь, а может быть и каждый мог это наблюдать.
Значит, что здесь происходит? Прямо обратная картина. Проснулся человек, у него открылся вход из внешнего мира, включилось сознание, он прекрасно воспринимает окружающую среду, все видит, все понимает, но не может пошевелить ни одной мышцы своего тела. У него полная атония, и он лежит абсолютно вот неподвижным трупом. Это может быть разное время, это может пройти 10 секунд, 20 секунд, минута, до 10 минут. Такие вот эпизоды бывают. Потом постепенно восстанавливается движение, человек встает и пошел. Ну вот эта схема тоже очень просто объясняет, что это всего лишь вот у нас есть некое переключающее устройство, анатомическая база под этим есть. Почему оно открывается больше или меньше, непонятно. Но это место, вообще говоря, известно, что очень уязвимое, потому что есть такая болезнь, сейчас, к сожалению, стала очень распространенная, называется синдром беспокойных ног, когда люди засыпают, и вдруг в момент засыпания у них начинают дергаться ноги, а они тем самым просыпаются. Они не могут никак заснуть, потому что как только они засыпают, у них начинается дергание ног. Вот это тоже связано с тем, что вот этот блок не перекрывается достаточным образом, и как только начинают поступать сюда висцеральные сигналы, они приводят к дерганию ног. Но сейчас, вообще-то говоря, найдено хорошее вещество, некоторое лекарство, которое позволяет принять эту какую-то таблеточку. И тут важно пройти только за углубить сон. Вот ты углубил сон дальше, в конце концов этот блок перекрылся, ну дальше все спокойно, дальше человек спит нормально. Но вот помочь ему пройти это тяжелое состояние сейчас бывает очень полезно, но вот это одно из небольшого количества сонных патологий, которые сейчас эффективно умеют лечить. Ну вот, наверное, что я думаю, что на этом мы с вами... Так, это уже совершенно другая грандиозная и большая тема, на которую мы сегодня, конечно же, уже не в состоянии останавливаться. Так что я думаю, сейчас самое время нам поставить точку и начать мне отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое. Да, я бы сказал, что... Такая своего рода коммуникативная теория сна. Какая? Коммуникативная. Коммуникативная, да. Ну, собственно, вы показали, как сигналы движутся... И как из этих схем объясняются те или иные там, проблемы и их отсутствие. Очень интересно. Так, коллеги, просьба поднимать руки. Я обязательно сейчас своими вопросами включусь, но да. И представляться для стенограммы. Хотя бы именем просто. И вроде бы как во время быстрого сна мы как подключаемся к окружающей среде в некоторой, способны воспринимать какую-то информацию, да? Но при этом вот по-прежнему находимся в сне. Насколько это, скажем, описывается? И самое главное, насколько мы подключаемся, мы способны воспринимать информацию во время быстрого сна? Ну, во-первых, состояние быстрого сна, наверное, то состояние, когда мы наиболее отключены от всего внешнего мира, потому что это состояние, наоборот, когда пороги... А? Нет, вот, сказать, как раз, если вы спрашиваете именно про быстрый сон, то быстрый сон – это состояние, когда пороги восприятия внешних сигналов самые высокие. Вот. Но, с другой стороны, быстрый сон всегда завершает цикл сна. Стандартный цикл сна – это период медленного сна, потом он переходит в быстрый, после этого бывает короткое пробуждение. Оно может быть, а может и не быть. После этого может быть на короткое время пробуждение, потом опять медленный сон и опять быстрый. Может быть переход из быстрого сна прямо возврат обратно в медленный. Но поскольку в принципе по завершению одного цикла сна возможно пробуждение, то в конце, на излете быстрого сна, есть период времени, когда в принципе у нас может быть связь с внешним миром, поскольку мы уже пробудились, и мы можем получать оттуда какую-то информацию, какие-то сигналы.
каналы. Но это вот те самые случаи, когда вот описывается, например, какие-то внешние шорохи или известные какие-то звуки могут вплетаться в наше сновидение, например. Потому что это вот тот самый переходный период, когда медленно начинаются переключения всех этих путей, когда вполне хорошая обстановка для организации сновидений, но уже, может быть, немножечко приоткрыты каналы для получения сигналов из внешнего мира, и таким образом мы что-то можем оттуда получать. Но, так сказать, идеальная ситуация, чтобы этого не было. Конечно, лучше всего спать тихо и спокойно в такой обстановке, где сигналы из внешнего мира нам не будут вплетаться в наши сновидения. Но если это происходит немножко, то это не так трагично. Гораздо трагичнее. Бывают действительно очень неприятные ситуации, когда это можно вернуться, если на эту вот картиночку, но на любую из этих картиночек. И я вам не рассказывал еще об одной очень неприятной ситуации, когда в состоянии бодрствования у нас остается открытым вот этот вентиль. Вот. А это довольно частая вещь, особенно если люди не спали долго, если они находятся под так называемое давление сна, человек хочет спать, а не может, потому что ситуация не позволяет. У него начинают открываться, значит, мы какой-нибудь тут более похожая картиночка у нас нет, есть тут, ну вот, например, такую мы можем взять, у него открыты вот эти пути, они работают уже как во сне, но продолжает быть открытым и этот вот путь тоже, потому что жизнь не позволяет заснуть. И тогда сигналы из внешнего мира, так же, как мы получаем сновидения за счет сигналов, заброшенных изнутри, наши сигналы внешнего мира начинают закидываться в управление нашими внутренними органами. Вот это уже очень неприятная вещь. Пока в медицине они не обозваны. Мы их назвали висцеральные галлюцинации, потому что они очень похожи на, по механизму, просто зеркально противоположны просоночным галлюцинациям, значит, которыми мы знакомы. Мы их не чувствуем, потому что мы не воспринимаем ничего, что идет, так сказать, в наши внутренние органы. Но это действительно очень опасная ситуация, потому что когда сигналы, идущие из внешнего мира, идут как управление, управляющие сигналы в нашу висцеральную систему, понятно, что ничего хорошего тут быть не может. И первая структура, которая страдает от этого, это структура желудочно-кишечного тракта. Поэтому известно, что достаточно сравнительно небольшого количества бессонных ночей, и вы получаете язву желудка. Вот. Это совершенно закономерная вещь, потому что и это объясняется прежде всего тем, что мы теряем, во-первых, время для восстановления работы желудка за счет полноценного сна, а во-вторых, мы хуже того, мы начинаем активно разрушать желудок наш за счет того, что мы забрасываем сигналы из внешнего мира на управление желудком. И известно, что в экспериментальных условиях, например, на крысе, можно за 3 часа покрыть сплошной язвой всю поверхность слизистой желудка у крысы, если обеспечить ей интенсивный приток вот этих сигналов в висцеральную сферу. Вот. То есть это действительно, так сказать, потенциально очень опасно. А как вы вот во время экспериментов определяете, что животное уже спит, а не бодрствует с закрытыми глазами? И как быть с млекопитающими, которые вообще не спят, если это не сказка про слоны? Это сказка, конечно. Нет никаких животных, которые не спят. Просто некоторые животные умеют довольно хорошо спать стоя. У них специальная анатомия есть, у них так суставы сделаны, что у них запираются кости, и они не падают. Вот. Но, тем не менее, даже слоны периодически все-таки ложатся и спят таким же быстрым сном с полной атонией мышц, как и все другие зверюшки. Вот. Ну, значит, второй... Ой, это я начал отвечать на это. А, как определяем, что спит? Да, нет, тут вот как раз
раз на помощь нам приходит вот эта самая электроэнцефалограмма, которая мы всегда регистрируем активность электроэнцефалограммы, и когда начинается медленно-волновая активность, вы понимаете, что зверюшка заснул, потому что это уже было хорошо показано многочисленными работами, что она появляется, когда появляется медленно-волновая энцефалограмма, повышаются пороги на уровне таламуса, перекрываются входы внешних сигналов, поэтому энцефалограмма как раз, она очень хороший индикатор сна, и поэтому, вообще-то говоря, вещь очень полезная. А если рассмотреть, например... Стоп! Ничего без микрофона. Можно два коротких вопроса. Первый, у вас там был слайд такой интересный с кошечкой. Кошечка экспериментальная, да? На людях это проводилось? Что? Вот подтверждались вот эти эксперименты там, про быстрое солнцесканирование одних органов, медленное солнцесканирование других органов? Нет, на людях это только на обезьянах максимум, до чего мы... Что мы можем делать в физиологии? На людях это уже область медицины, и это уже совершенно другие люди, и, которые должны это делать, и которые имеют право это делать. Какой вариант, извиняюсь, например, когда у человека была операция на черепе, да, покуда он выздоравливает, можно вживить электроды? И посмотреть, что с ним происходит. Это можно, и, в общем, это делают. Когда он выздоравливает после операции на мозге, которая вызвана была или травмой, или эпилепсией, или еще чем-нибудь таким. Экспериментально, конечно, вживлять людям ничего не разрешается. Вот. Но это могут, опять же, это могут делать только врачи. Я думаю, что в скором времени такие результаты будут получены. К сожалению, вот эти наши результаты, которые мы получаем здесь, они еще очень мало известны в мире. Вот. И поэтому хорошие центры, которые умеют и имеют право регистрировать активность мозга у людей, это одна очень интересная группа в Италии и в Америке. Вот. Нет, они оперируют много, и сейчас эти методики разработаны, и я очень думаю, что это дело буквально нескольких лет, и когда они узнают про это, то им это будет очень легко и просто посмотреть. Хорошо, и второй вопрос по поводу этого слайда. Вот есть такой миф, быть может, там, что Менделееву приснилась таблица во сне, да? Гипотеза, что сновидение – это некий глюк мозга. Когда человек во сне, например, просыпается и что-то записывает, например, стихотворение или какую-то картину рисует, да, там, вот, абстрактное искусство, это как-то можно зафиксировать, посмотреть, что это за ритмы, что в это время происходит? Нет, конечно, посмотреть, что в это время происходит, нельзя, потому что у сновидений есть одно удивительное свойство, которое люди сходу не могут в это поверить, но, к сожалению, это медицинский факт, что принципиально нет никакой возможности узнать, в какой момент снится сновидение. Вот, это есть некоторая такая проблема. Она была в свое время очень замечательно и детально разобрана в книжке какого американского психолога Малькольма. Но даже среди многих сомнологов эта работа неизвестна, и они не могут врубиться в эту очень простую мысль. А смысл, так, что состояние сна – это то состояние, когда нельзя дать… мы знаем, что нельзя дать утвердительный ответ на вопрос «ты спишь». В общем, когда человек спит, у него нет связи с внешним миром. Когда он проснулся, он может рассказать. То есть экспериментатор может всегда иметь дело не со сновидением, а только с отчетом о сновидении. И никто никогда не может узнать, в какой момент. Мы можем сказать, что вот человек заснул, вот он проснулся. Дает отчет о сновидении. Значит, точно это сновидение было вот где-то на протяжении вот этого времени. Мы можем сделать более интересные вещи. Бывают случаи, когда можно документально сказать, что вот человек вот в этот момент он заснул, а вот в этот момент он проснулся. И этот момент, это может быть совсем буквально там, несколько секунд.
Но в этот момент он заснул. И он при этом может дать отчет о сновидении на целый месяц, что с ним произошло огромное путешествие, и все. Но мы можем четко документально подтвердить, что вот тут он был бодрый, тут он был бодрый, тут он спал, и у него сновидение на целый месяц. То есть феномен сжатия или растягивания времени в сновидениях – это вещь, которая может быть действительно вполне научно подтверждена. Но при этом мы никогда не можем сказать, а в какой же именно момент вот даже этого маленького отрезка времени на самом деле у него это сновидение приснилось. Это вещь принципиально недоступная. Точно так же, как мы принципиально не можем сказать, снятся ли сновидения животным. Пока животные нам не могут дать отчет о сновидении, на этот вопрос мы ответить не можем. Тишина, коллеги. Скажите, пожалуйста, паралич сна, сомнамбулия и другие подобные вышеописанные ситуации, встречаются ли они у животных, насколько они похожи на то, как это происходит у человека? У животных, конечно, ничего сказать не могу, по той самой простой причине, что, в общем, диагностировать сомнамбулизм мы можем только потому, что человек после этих хождений не может дать отчета о том, что с ним было. Поскольку если животное встало и куда-то пошло, мы не можем знать, оно воспринимает что-то в это время или нет. Оно идет и идет, 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 пришло, легло и заснуло. А понимало ли оно, куда шло или нет, мы не знаем, поэтому, конечно, эти варианты патологии сна, они, для них модель представить животную очень трудно. Опять же, тот же самый паралич сна. Опять же, как животное же не скажет, животное лежит и не двигается. Ну, откуда мы можем решить, оно при этом слышит или не слышит? Может быть, у них нечто подобное бывает, но, опять же, это вот все попадает в ту самую категорию вещей, что с вопросами ощущений наука вообще работать не может. И это не предмет научных исследований. Спасибо, Карпова. Спасибо за лекцию. Как мало, на самом деле, ой, а что-то выключился звук. По-моему, так слышно, да? Вопрос. У меня, собственно, два. Первый вопрос. Вы говорили о зрительной коре, в частности, зрительной коре. У нас вот постаральная система получает отражение во время сна. И вот вы говорите, что когда мы ставим электрод на нейрон, то вот мы видим, что он реагирует там на импульсы, которые подаются там в кишечник, да, и естественный отец. Это вот как каждый специфический нейрон как бы отвечает за... они меняются, эти нейроны, в коре. Ну, то есть вы снимали показания, например, там, сегодня, там, на следующую фазу сна, следующую фазу сна с одного и того же нейрона. То есть чтобы вот в один и тот же участок кишечника вы подаете импульс, и ответ вы получаете в том же нейроне. Или они, это не специфично, то есть как бы сегодня одни нейроны будут реагировать на активность в этой части кишечника, а также на другие. Вот. Это первый вопрос. А второй, что делать с животными, что делать, точнее, животные, у которых нет коры? Ну, не знаю, рыбы, ну, вообще, домашние. Они общаются без коры, я так понимаю, как они это делают? Так, ну, первый совсем простой вопрос, значит, тот же самый нейрон. Нет, конечно, мы можем регистрировать один нейрон в течение некого эксперимента нашего, вот, который идет там, ну, сколько там, часов 5, 7, 10, 8, но непрерывно. Вот. А в конце эксперимента мы с той техникой, которую мы сейчас применяем, мы всегда вынимаем электрод из головы зверюшки, и зверюшка убегает. Поэтому что будет с этим нейроном дальше, я сказать не могу. Я могу только сказать, что даже тот нейрон, который на протяжении какого-то довольно длительного периода времени вот в этом эксперименте давал совершенно четкую, замечательную связь с активностью своей, с активностью, например, перистальтики кишечника, в какой-то момент
внешне хорошего, такого же замечательного медленного сна может перестать давать эту связь. Вот. И он будет потом заниматься опять некой своей деятельностью, которая внешне ничем не отличается. Он также будет иметь фоновую активность, а потом может пройти где-то какое-то время, там полчаса или там 40 минут, и у него опять возникает связь с этим органом, и опять он начинает давать хорошую импульсацию. А, да, этот же самый нейрон. То есть он в какой-то момент подключается, в какой-то может выключиться, потом опять подключиться. Причем, ну, к тому же точно. Что он делает перед этим? Вот тут есть еще одна такая сложная деталь. А, если представить себе, что мы имеем некую, сказать, топографию нейронов, то есть топографию представительства кишечника, ну, для простоты, возьмем наш кишечник, и он топически представлен на коре. А, и как мы сейчас, у нас есть такая простенькое, так сказать, модельное представление, что вот некая зона коры, она занимается, так сказать, сканированием нашего тела во время сна. Вот она начинает просматривать кишечник, начинает желудка и вдоль просматривает его весь. Потом, так сказать, переключается на другой орган, потом на третий, потом все тело просмотрело, и это завершился цикл сна. Так вот, этот нейрон, мы отводим нейрон-то он один, но в данный момент он связан вот с этой частью кишечника. И мы, поскольку регистрируем одновременно наш электрод в кишечнике, он стоит в одном всего лишь месте кишечника, а кишечник очень длинный. И вот в данный момент мы видим связь этого нейрона с этой частью кишечника. Ритмика у него хорошая, вот та, что надо, но жесткая действительно причинная связь у него стоит какое-то время. Потом этот же самый нейрон переключился на другую часть кишечника. Вроде бы суммарно ритмическая активность осталась той же самой. А когда мы это начинаем точно и четко мерить, то мы видим, что уже нет. Теперь-то это уже другое. У нас же сигналы-то поступают все из одного и того же места кишечника, а он-то теперь связан с другим местом кишечника. А там у нас нет никакой регистрации. Вот, поэтому, вот, видимо, мы как себе сейчас представляем, что мы просто улавливаем те случайные моменты, когда та часть внутренних органов, от которой мы регистрируем активность, и та часть мозга, от которой мы регистрируем активность, вдруг оказываются связанными. Вот в этот момент мы видим эту хорошую связь. Вот. И второй ваш вопрос, по-моему, был какой-то второй, это... Про животных, да-да-да. Да, это тоже интересный вопрос, конечно. Я не оговорил этот момент. Коробочка, ну вот тут вообще даже хуже ситуация была. Мы вернемся, давайте, к первой. Ой, нет, не в ту сторону. Вот тут у меня было написано просто кора мозга. Следующий слайд попал сюда немножко по недоразумению. И там уже к коре мозга добавлены еще две структуры, но это уже для лекции более высшего пилотажа. Потому что ситуация, в общем, как уже даже сейчас известно, интереснее и сложнее. Вот. Но кора – это чистая условность. Это, так сказать, это некоторые центральные отделы нервной системы. Вот можно это более общее сформулировать так. И как вот определение сна, которое я сейчас склонен давать, это что сон – это то состояние организма, когда центральные отделы нервной системы переключаются с анализа сигналов, поступающих из внешнего мира, на анализ сигналов, поступающих из внутреннего. А что у них центральные отделы? Это уже зависит от зверюшки. У дрозофилы сейчас, например, один из очень распространенных объектов изучения сна сейчас – мушка дрозофила. Тоже спит, да, замечательно спит. И главное, имеет, также реагирует на снотворные, как и люди. На ней сейчас сканируют вещества, на их, так сказать, снотворную принадлежность. Потому что огромный материал-то посадил 1000 мушек, все автоматизировано, они сидят в пробирочках, регистрируется легко их сон просто по звуку, и очень удобно. Но, конечно, у них нет энцефалограммы, у них нет этих волн, у них все другое.
Но вот то, что, видимо, в мозгах у них происходит то же самое, и к центральным отделам их нервной системы по очереди подключается внешний и внутренний мир, видимо, то же самое происходит. Так, Борис Жуков, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос такой. Как с точки зрения вашей гипотезы выглядит феномен людей в вегетативном состоянии, которые могут десятилетиями сохранять жизнь при мертвой или, по крайней мере, электрически неактивной коре и, в общем, вполне исправной работе всех висцеральных органов? Это интересный, сложный и очень большой вопрос. Можно ответить на него, вообще говоря, очень легко и просто. Такие случаи, когда мы получаем вегетативное состояние, они могут выдерживаться исключительно в искусственных ситуациях. Если мы оставим это существо в вегетативном состоянии на самообслуживание, то оно проживет один день-два и скончается благополучно. В некотором смысле часть центрального управления этим существом берут на себя врачи, которые с помощью огромного количества сенсоров, датчиков и прочего, поддерживают, питают, во-первых, проверяют, меняют состав пищи в зависимости от состояния крови, состояния выдыхаемого газа и так далее. То есть огромная часть того, что знает современная медицина, начинает замещать то, что в нормальных условиях у нас делают мозги. Это одна часть ответа. Но вегетативное состояние не всегда есть плоская энцефалограмма. Вот. Она бывает плоская, да, так сказать, такое тоже существует. Но, как я уже говорил сейчас, что кора – это только кусочек. Это, так сказать, я назвал эту коробочку, но просто для некоторого удобства, потому что про нее все знают. Сейчас уже понятно, что, так сказать, это не только кора. У нас есть еще большое количество других отделов, которые также включатся в систему центральных отделов нервной системы, для которых даже уже мы видели сейчас такое же переключение экстра-интерцептивной стимуляции при переходе от сна к бодрости. Да, поэтому, конечно, название кора неудачно, со временем оно уйдет, но для людей, которые первый раз в жизни знакомятся с этой идеей, я думаю, не нужно слишком далеко вдаваться в мелкие детали. А вот про кому, если взять, так сказать, кому как таковую, то тут ситуация действительно очень интересная. Но я вот я только помню, единственный был в моей практике интересный случай, как-то меня пригласили сделать пленарный доклад на большой международный конгресс по изучению координации движений. Я понятия не имел, с чего, потому что никогда в жизни не занимался координацией движений. В результате написал им благодарственный отказ, сказав, что, видимо, ошибка. Потом получил письмо от оргкомитета, говорят, нет, это не ошибка, мы просто знаем, что вы всегда делаете что-то интересное, поэтому приезжайте, расскажите, что хотите. Я приехал, им рассказал вот эту штуку. Это была тоже встреча с очень большим интересом, а потом ко мне подошел один американский врач и как раз сказал, вы знаете, эта схема замечательно объясняет то, что мы наблюдаем в состоянии комы. И начал мне много и много на эту тему рассказывать. Но беда та, что у меня не было ничего записывающего, и я не мог толком быстро записать, что он рассказывал. Поскольку кома для меня была вещь далекая, я потом все абсолютно забыл. Я запомнил только то, что действительно есть какие-то врачи, которые считают, что эта вещь может быть полезна и для описания феноменологии каких-то вариантов комы. Это был очень интересный доклад. Я хотел бы спроситься на схеме, приведенной на слайде, допустим, ситуация, когда все три коробочки заблокированы. Возможно ли она теоретически регистрироваться, если да, то не случайно непосредственно имеет? Так, три коробочки какие? Вот левый? Нет, сейчас вот на этой или на какой-то другой? Знание, поведение и...
Нет, сейчас-то они как раз наоборот все три открыты. Но если мы перейдем, значит, к состоянию сна натурального, вот это, то тогда они заблокированы, действительно. Но это, я так думаю, то, что мы имеем каждую ночь, когда спим. Просто в рамках самой схемы возможно ситуация, когда она тоже заблокирована. Когда что? Когда она тоже заблокирована. Кто? Ассоциативная висцеральная популяция. Вот эти. Ну вот сюда заблокирован, сюда выход заблокирован. И направо тоже. То есть все совсем заблокировано. А, нет, все совсем заблокировано, не знаю. Возможно ли такое или нет. Понятия нет. Ведь беда та, что вот когда заблокировано сюда, это мы можем легко оценить и почувствовать. Когда заблокировано сюда, это надо вставлять какие-то сюда сенсоры и забираться в эту систему. Да, я вот, у меня есть такой... Что? Если вообще человек не Не бывает такого, к сожалению. Это есть иллюзии. Да, есть люди, которые говорят, что они никогда не спят. Такие случаи известны. Но когда их брали в сомнологическую лабораторию и регистрировали энцефалограмму мозга, то оказывалось, что они прекрасно спят, и столько же, сколько все другие люди, но забывают, когда просыпаются, что они спали, и у них ощущение, что они не спят. Когда им показывают картинку, записи, они говорят, да... И тогда уже на следующую ночь они говорят, да и правда, оказывается, мы и спали. Вот.